Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Standoff 2. Данную игру мне вы как раз посоветовали. Вау, ну неплохо, хочу сказать. Все слышно, все замечательно, чувак, я с тобой. Вау, вот это был выстрел. Лайка какая-то меня завалила. Так, здесь мы можем, конечно же, менять оружие. Так. Давайте кого-нибудь мы порежем аккуратненько так. Я вижу тебя, чувак. Ух ты! Ну, это сзади меня просто завалили. К сожалению, резать здесь так быстро не получится. Так, это свой вроде? Вот, кстати, не обозначаются совсем. Вау! Быстро-быстро валят. Игруха наподобие контры. Как вы уже поняли. Эх, не завалил я никого. Рустам меня зафигачил. Так, давайте еще разочек. Тихо-тихо. О, можно присесть, кстати, чтобы не так все было. Кто-нибудь сзади еще вылезет? Отлично. У меня пока нету никнейма. Надо, кстати, его переделать. Но я пока не знаю как. Давайте заберемся наверх, чтобы нам было лучше видно. Вон я, допустим, кого-то вижу. Опа. Отлично. По-моему, я его в голову сделал, да? Кто-нибудь сзади еще вылезет, блин. Вау! Четко! Опять Рустам меня завалил. Рустам, ты меня определенно не очень любишь. Ох ты, нифига себе! Где ты там? Да что же я какой косой-то? ФБ-642 меня зовут. Запомни это имя. Да что ж ты, блин. По прицелу здесь все очень даже хорошо. Где там? Где ты там? Карта небольшая. Отлично. Я начинаю привыкать. О, чувачок, давай, давай. Отлично, еще один готов. Ща мы тут научимся играть. Так, 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 так. Давай вот сюда вылезем. Ну. Отлично, еще один. Еще где-то там был один. Ах, скотина, убежал. Давай прыгаем. Я видел тебя здесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Отлично. Привет! Завален. Воу! Отлично. Неплохо, неплохо. Еще один готов. Мне нравится. Особенно, когда ты можешь убивать. Отлично. Куда ты там убежал, а? Я тебя догоню. А это прям невзначай. На тебе. Я знал, что ты просто там появишься. Да нет, это я свой. Блин, понятно, сзади меня был чувачок. Так, а как по счету того, чтобы приобрести какое-нибудь другое оружие, а? Вооружение тяжелое. ЮМПшечка, давайте из дробовичка постреляем. А чё бы нет-то? Главное подойти поближе. Где? Наверное, кто-то вот здесь вот сейчас. Так, здесь все свои, что-то я вижу. Оп. Так, ладно, завалил. Я вижу, вижу чувачка, короче, пойду за ним. Ох! Он меня увидел быстрее.
Ничего, ничего, мы попробуем все-таки из дробовичка. На! Не ожидал, да? Вот так вот красиво добил, красавчик. По графике неплохо. Думаю, на многих устройствах оно пойдет без лагов. Отпишите в комментариях, на каком вы устройстве играете. Так, кто там где? А, я тебя вижу. Не совсем удобно. Отлично, один готов. Оба, оба. Черт, вовремя ты начал перезаряжать, блин. В эти моменты надо переключаться на какой-нибудь ножичек. Так, давайте-ка попробуем. Во-во-во-во. Отлично. Неплохо, но плохо. Серьезно. На, черт. Да, реально надо привыкать. Так, я тебя вижу, мужичара. Ух, он меня быстрее увидел. Так, я предлагаю поменять, короче, вооружение. Что у нас здесь есть еще? Винтовочки. Это у нас было. Это эмочка, это калаш, это снайперка. Вот зачем я ее купил? Я же тут еще снайпер, блин. Ну, смотрите-ка, я неплохой снайпер все-таки. На! 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 Блин! Ладно, давайте снайперчику, наверное, мы поменяем на что-нибудь другое. Постреляем из калаша. Вот, красиво было. А я тебя видел. И он меня видел. Прикольно, а у нас матч вообще не заканчивается, да? 3 с лишним минуты идет. Да что ж ты... Ах, блин. Прикольно, прикольно. Но смотрите, я неплохо здесь вроде по фрагам сделал. Но на самом деле... На пару мы его завалили. Так, здесь свой. Что классно, здесь и укрытие вон сделали. Все как положено прям. Ох, щет, вот сзади меня завалил. Опять Рустам. Рустам, ты меня вообще хочешь уничтожить, похоже? Отлично. Не-не-не. Черт, завалили. Короче, мы контртеррором играем. Так, перезарядочка. Я бешеный какой-то стрелок прям. Вау! Прямо в глаз. Рустам вообще красавчик. Так, я вижу тебя. Давай, выгляни только отсюда. Завален. Перезарядочка. Ууу, как вас тут много, чувачки. Долго я не прожил. Упс, 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 упс. Щет. Блин. Жесть. О, куда пошел? Пришел на нашу территорию, блин. Бляха-муха, здесь то одного ты завалишь, то тебя, блин, заваливают. Щет, мясо. Мясо, просто мясо. Ну и катка достаточно долго идет. Сейчас я тебя... Сейчас я тебя порежу, чувак. Давай. Где ты тут у нас был? Я тебя порежу, 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 блин. Эх, не порезал. Я порежу тебя. Кого-нибудь сейчас порежем. О. На, я порезал его. Я красавчик. Теперь валим оттуда. И надо бы ствол поменять. Да что ж ты... А, во. Отлично. Да что же я как бы косой-то, блин? Завалили. Забавно, забавно. У нас 30 секунд осталось. 74-86. Блин, мы еще и проигрываем. Так дело не пойдет. Да, блин. С
Стоять, я сказал. Да что ж ты будешь делать-то, блин? Читеры. По любасу. 7-7-88. Ну, блин, нам надо очень хорошо поиграть, чтобы их догнать. 3, 2, 1. Все, короче. Террористы победили. Эх. А, ну правильно, мы вдвоем против четверых фигачили. Хочу сказать, это даже очень неплохо. Так, я получил какой-то UMP-45 пиксель. Окей. Не, я ничего не хочу писать, давайте выйдем из игры. Окей. Итак, давайте еще раз играть. Можно закладку бомбы сделать, давайте попробуем. Может быть, сейчас у меня будет здесь другая какая-нибудь карта. Все верно, карта у нас другая. Пока что мы сейчас следим за тем, что происходит. Ох, 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 я хочу эту штучку купить себе. Шикарно она стреляет. Так, закладка бомбы. А чё, когда я это появлюсь-то? Бомба запланирована. Двое терроров против трех террористов. Ну, в этот раз давайте мы попробуем быть на стороне тех, кого больше. Ну, я смотрю, контртеррористы тоже появляются. Так, 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 так. Сейчас бомбочка бомбанет. Прикольно. Однако. Вот сколько всяких различных подобий Counter-Strike для мобильных устройств вышло. Смотрите-ка, 5 против 4 можно даже сделать. Итак, сейчас я должен появиться определенно. Террористы победили. Все, отлично. Ага. Вот здесь уже можно покупать. Я могу только Калашникова купить. Все, погнали, погнали. У кого бомба? У меня бомбы нет. Нет, у меня бомбы нету. Валим, валим. И времени, кстати, совсем чуть-чуть здесь осталось. Я вижу, вижу вас. Bomb has been planted. Бомбы заложены, я все понял. Эх, блин, завалили меня. Все, мне придется наблюдать и ждать, что ли? Опа. Все хвалят. Давай, чувак, чувак. Мы должны победить. Во-в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 о. Давай, вали, вали его, красавчик. Ну, графончик ничего, все так аккуратненько сделано, хочу сказать. Играть не совсем удобно. Потому что я привык в Modern Combat Versus рубиться. Блин. Бомба была обезврежена. К сожалению. Ну ладно, давайте, давайте. О, теперь у меня бомба. Это круто. Только у нас конец уже. Битва. Чё, пойдем и не пойдем? О, погнали. Так, я могу что-нибудь другое выбрать. Хотя бы ствол. На другое у меня бабок, к сожалению, нету. Я пошутил. Так, так, смотрим. О, щет! Быстро, быстро. Не, быстрая игра все-таки поинтересней. Там хоть я реально кого-то успел убить. А здесь нет. Здесь нет. Так, ну чё, все это у нас, да? Выход из игры. К сожалению, быстро эта битва у нас прошла. Давайте гонка вооружений. Посмотрим, что у нас здесь. Все режимы, так скажем, глянем вкратце. Итак, выберем на этот раз спецназ. Ох, новая карта. Похоже, чем-то, наверное, надаст. Что-то он забаговал и поэтому погиб. Так, один есть еще. Есть еще один. Опа! Красиво, красиво. UMP-шечка у меня. Вы серьезно? Что за зависон такой? Странный.
Ох ты, жопа, Новый год, блин. Сзади мне как засандалил. Ух ты, сосранец, блин. Я вам сейчас в гости наведаюсь. Так, отсюда, может, кстати, лучше видно все. Это что там за тело такое стояло? Вы убили лидера. Я типа красавчик, что ли? Так, кто у нас здесь? Еще раз убил лидера. Я вообще молодец, и меня завалили тут же. Так, а что у нас? Вау! Это было быстро. А что у нас со стволами? Все, что ли? Я не могу ничего купить. Это грустно, конечно. Он завис в воздухе, как в матрице прям. Так, я видел там вот чувачка. Да что же они зависают? Возможно, это из-за интернета проблема какая-то. Ух ты, ё! Сдохни ты уже. Отлично. Во, нормальный стволец мне дали. Я надеюсь, меня сейчас не завалят. Отлично. Замечательно, прям волшебно, я бы сказал. Воу-воу-воу-воу-воу. О, лидер. Я вижу лидера. Давай, выгляни, уродец. Лидер, стоять. Не я, к сожалению, его завалил, но мы пока что решаем. Ох, красота, мясорубка погнала. Опс. Жизни-то чуть-чуть было. Ну ладно, хоть теперь у меня М-ка нормальная. Давай, выгляни. Здрасте. Завалили. Not bad. Вот это, кстати, мне режим тоже нравится. Привет, привет, чувак. О, лидер, 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 лидер. Эх, лидер, завалил меня лидер этот. Ты ё. Кто, откуда меня так? Ух ты, красиво, красиво. На таком расстоянии еще. Снова убил лидера. Но это чисто случайно получилось, пацаны. Я даже не хотел. Да что ж вы, блин, засранцы. Где моя пушка нормальная? Тихо-тихо-тихо. Блин, опять я завис. Блин, весело вообще. Отлично. Хотя бы один разок я из пистолета кого-то завалил. Во-во-во-во-во. Кто-то начал с дробача уже там фигачить. О! И моя началась. Давай, давай, хотя бы одного завалил. Отлично. О, теперь дробач — это другая тема вообще. Вон же он. Замечательно. О, вот это еще круче. Где ты там, вылези, чувачело. Отлично. Еще один нет. Опа! Промазал. На тебе прям. Эх. Промазал, промазал, промазал. Где ты там, чувак? Наверху же, да? Я великий снайпер. Нет, я не великий снайпер. Так. А, тихо, тихо, тихо. Чё, где там вообще?
Нате. Ну, ах, не успел я нажать, к сожалению, но было неплохо, было неплохо. Эх. Ох, это было жестко. Так, ладно, ничего. Действуем, действуем. Так, кто где? Кто где? Что-то пока никого не вижу. Да что ж ты... А, так вот, и меня тут же сзади. Все, опять переходим на ствол. Да что ж ты, блин. Гонка вооружений, короче, тема классная. Давай, 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 давай. Блин, стреляет он как-то вообще непонятно. И прыгает, и стреляет. Это, думаю, надо настраивать как-то. Не, так дело вообще не пойдет. У них и стволы какие-то невидимые. Надо было выбирать, короче, ножик и резать его просто. Ну что, все у нас закончилось, да, катка? Чего у нас там? 20 убийств, 3 попадания, что ли? В голову, наверное. И 15 раз меня завалили. Неплохо, неплохо. Ссылки на данную игру вы найдете в описании. Спасибо всем, кто порекомендовал. С вами был по-прежнему Фликер. Всем пока.